Сегодня мы хотели бы вам предложить три вакансии, которые подойдут как для мужчин, так и для женщин. Первая вакансия – это хаусмен, работа в отеле, развоз, завоз белья по номерам. Это работа в отеле, заработная плата 1000 евро. Вторая вакансия – это помощь в прачечной отеля, заработная плата 1000 евро. Третья вакансия – это работник склада, работа на промышленном складе, работа на продуктовом складе, склад отеля, заработная плата 1200 евро. Я вам желаю хорошего дня, до встречи в следующем ролике.